Всем привет! С вами Поездец, игра Crossout и очередное видео про новый обновленный торговый помощник, версия 0.25. Но для начала хотелось бы проговорить кое-какую информацию по каналу. В данный момент, с сегодняшнего дня, с 11 числа, я в отпуске. Но в отпуск я никуда не уезжаю, потому что, собственно, он берется для того, чтобы кое-какие домашние дела, скопившиеся, сделать. Соответственно, я остаюсь тут и, соответственно, есть возможность стримить намного чаще, чем раньше. Ну, как я уже говорил и не раз, через два буду посвящать, то есть 2 дня стримов, 2 дня свободное время, там, занятия своими делами. Буду придерживаться этого графика. Единственное, стрим 15 числа его не будет. Скорее всего, стримить буду 14. Ну, 15 я, к сожалению, не смогу присутствовать рядом с компом. Буду жрать мясо где-то далеко за городом. Далее. На канале в данный момент я вижу 930 подписчиков на YouTube канале. Соответственно, как только мы набираем 1000 подписчиков, я проведу в ближайшем стриме, который будет после, собственно, вот этого события, я проведу конкурс и разыграю набор монет. Пока еще не знаю, какой именно набор. Но в любом случае что-нибудь доразыграем, надо будет как-то отметить это событие. Соответственно, в ваших силах и возможностях, ну, несколько приблизить этот розыгрыш. И если ты не подписан на канал, то, соответственно, подписаться. Или же, наоборот, просто прорекламировать ссылку на канал своим друзьям и знакомым, кто играет в Crossout, но на меня не подписан. Может быть, кто-нибудь из них тоже подпишется, соответственно, число подписчиков увеличится и, соответственно, приблизится к 1000, и там уже, глядишь, и пораньше будет конкурс. Забегу наперед и скажу, что следующий розыгрыш монет будет при достижении каналом 2000 подписчиков. И так и пойдем. Будем устанавливать какой-то себе порог, после которого разыгрывать монеты. Соответственно, если я удастся мне найти спонсоров, то мы сможем проводить розыгрыши монет, уже не привязываясь к какому-то там количеству подписчиков, а просто так. Ну, посмотрим, поработаем в этом плане. Но вот эту 25-ю версию торгового помощника очень большие надежды, потому что она будет делать? Версия тестовая, то есть, возможно, у кого-то производительность, хотя не должно быть такого, но тем не менее, возможно, у кого-то производительность немного упадет. Я для этого по ссылке, по которой мы качаем торгового помощника, оставил предыдущую версию, 24-ю, нижнее подчеркивание 3, если вдруг совсем уж 25-я не покатит. Но, по идее, она должна нормально работать. Ну, давайте запустим 25-ю версию и посмотрим, что же там такого. Вот, как видите, 24.3 оставляю пока еще там, в той же папке. И версия 25. Качать нужно опять-таки, ну, желательно все файлы, которые тут есть. Запускаем. Она погружается. Значит, на вкладке «Информация». Я благодарен тем людям, которые на стримах донатят и закидывают какую-то там денежку для поддержки штанов. Поэтому в благодарность, скажем так, я вывел еще помимо стрима то, что там вот эта надпись, ну, все знаете у всех, я еще добавил ее в торгаша. Пусть, скажем так, тут тоже все это дело есть, и люди пусть знают и видят имена наших героев. Ну, соответственно, чтобы сюда попасть,
можно сюда ткнуть во время стрима и там какую-то копеечку заслать. Но я никому к этому не принуждаю. Никого. Ладно, с этим понятно. Скачки цен. Я не знал, как назвать эту вкладку, но вот назвал таким образом. В принципе, она по большому счету отображает как раз именно это. Значит, как оно работает? В течение минуты торгаш сохраняет все цены на все абсолютные детали в памяти. Ну, грубо говоря, делает слепок цен, там можно и так назвать. Далее, каждую минуту он начинает скачивать цены с сервера и сравнивать с теми первоначальными. То есть вы запускаете торгаш, он запомнил все цены на рынке на этот момент, на момент запуска. Потом каждую минуту эти цены начинают обновляться. Соответственно, тут у нас наименование, но, к сожалению, на английском языке, потому что абсолютно всю базу на русский я, честно говоря, не готов переводить. Да, в принципе, оно и так понятно. Главное, что есть картинка и кое-какое название. Далее вкладка «Рыночная цена», «Покупка», «Маржа» — это, соответственно, там, если купить по этой цене, продать по этой за вычетом комиссии, мы заработаем столько монет. Это все понятно. Количество предложений, количество запросов. Графа «Скачок цены». Как она работает? Мы загрузили торгаша. Ну вот на примере давайте «Грома» и посмотрим. Загрузили торгаша. Торгаш в первую очередь запомнил рыночную цену «Грома» 363,99. Далее каждую минуту он проверяет абсолютно все детали. Соответственно, допустим, через там 2 минуты цена «Грома» вдруг изменилась на 364,99. Торгаш из той первой цены вычитает, из 363,99 вычитает, нет, вернее, из 364,99 вычитает 363,99, получается, «Гром» подорожал на одну монету, и, соответственно, он выводит ее в скачок цены. Но вот в данный момент у нас произошло подорожание легендарного дробовика на 10 монет. То есть он стоил 2580 монет, а на данный момент 2590. Торгаш все это дело просчитывает и автоматически сортирует по убыванию. То есть вещь, которая внезапно подорожала, вообще любая вещь, которая подорожала, в зависимости от вот этой разницы, на которую скакнула цена, она, соответственно, находится у нас вверху. Для чего это надо? Для того, чтобы отслеживать перебросы цен между аккаунтами. Потому что, когда перекидывают цены на, например, крафтовые синие детали, ну вот я лично наблюдал шина-баллон, которую можно скрафтить у механиков, ну, грубо говоря, по цене там 30 монет. Выходит все это дело. Вдруг становится у нее ценник на рынке 300 или 400 монет. Соответственно, этим образом люди перекидывали монеты между аккаунтами. Так вот, если бы это произошло, у меня сейчас бы сверху эта шина баллон болталась. И скачок цены, ну, 30 она стоила, к примеру, а стала стоить 300. Тут бы значилось значение 270. Вот буквально сегодня краска белая, пока писал все это дело, подорожала на 155 монет. Поэтому остается только наблюдать, смотреть и вовремя реагировать, заходить в кроссаут и уже там продавать тоже. То есть, к примеру, увидели синюю деталь, которая в крафте стоит 30 монет, но вдруг у нее там стоимость перевалила за 100, там 150, 200, 300, ну по-разному бывает. Скрафтили быренько, да и также закинули на продажу. Вот, к примеру,
вылезло у меня легендарный декор. Он вдруг подорожал, пока, собственно, писалось это видео, на 4444 монеты, ну, с половиной. У нас два предложения на данный момент активны на рынке и 13 запросов. Все они начинаются с 3000. Звуковые оповещения я изначально хотел прикрутить, но потом, честно говоря, как-то передумал. Мы это все дело обсудим в группе ВКонтакте. Пишите заодно комментарии под этим видео, как лучше сделать, как лучше все это дело оформить. А были идеи таковы: сворачивать это окно, и чтобы при конкретном скачке оно наоборот разворачивалось само. А потом была идея, ну, так прикинул, думаю, блин, да задолбает это окошко постоянно там разворачиваться. Подумал на тему звукового оповещения. Может, думаю, звучок какой прикрутить. Но потом прикинул, честно говоря, по-моему, этот звук задолбает тоже. Пока решил оставить как есть. Все само по себе происходит, нам только единственное нужно выбрать вкладку «Скачки цен» в любой момент и посмотреть, что у нас творится на рынке. Никакого звукового оповещения, никаких разворачиваний на весь экран там приложения пока нету. Вот этот момент хотелось бы просто с вами обсудить, как лучше сделать, как вам будет удобно. Так, собственно, и поступим. Можно сделать, соответственно, на автомате при превышении какого-то количества. То есть, если деталь, которая находится в топе, вдруг подорожала, ну вот 12 монет маловато, 12 монет, это у нас получается 5% где-то примерно подорожание гусеницы. Ну, к примеру, там 25-30% введем. И вот если вдруг на 30% дорожает деталь, которая находится в топе, торгаш издает звуковое оповещение. Либо торгаш сам переключается на вот эту вкладку и издает звуковое оповещение. Либо, будучи свернутым, он сам разворачивается, переключает на эту вкладку и издает звуковое оповещение. Тут, собственно, фантазия ваша. Как большинство захочет, так можно будет и сделать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали, тем самым приблизив розыгрыш монет. Скачивайте торгаша и зарабатывайте на рынке. Ссылка будет в описании. Также вступайте в нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе последних новостей по торгашу, по стримам и вообще по всему, что происходит на канале. Также там можно отписаться по поводу багов. Не забываем про тему, в котором я собираю статистику по ресурсам, которые мы зарабатываем в рейдах. Сейчас неплохо было бы заполнить средние рейды. Тяжелые вроде как полностью добиты, остались только легкие и часть средних рейдов. Любые предложения по усовершенствованию торгаша или по тем функциям, которые вы хотели бы в нем увидеть, соответственно, тоже отписывайте в группе ВКонтакте. Все, на этом все. Всем удачи, всем спасибо. Пока-пока.